Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй вы, сонные тетери, отпирайте брату двери! Под дождем я весь промок с головы до самых ног!» Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Всю я ноченьку не спал. На мое ж притом несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда как было скучно. Впрочем, все благополучно».